как исправить ошибку P0140. И если у вас код P0140, то практически на всех СТО спешат заменять датчик кислорода. Но если вы ремонтируете сами, то в первую очередь не делайте этого. И даже если лямбда-зонд делает все, что положено, и попросту не может передать данные с лямбда-зонта на компьютер, и это зачастую связано с тем, что большинство случаев ошибки P0140 возникает из-за неправильной подключения проводки, и первая рекомендация – дважды проверьте все, что подключено. И нет ли на вашем автомобиле сломанных разъемов. Далее, проверьте питание на кислородном датчике. Это позволит вам узнать, в какой стороне проблема. Имеется в виду проблема с подключением. Также проверьте проводку на разрыв. И не забудьте про предохранитель, если вдруг проблема датчика связана с питанием. А если у вас есть питание на разъеме, то проблема между кислородным датчиком и ЕБУ. И это всего скорее обрывление. Хотя стоит не забывать, что проблема может быть заключаться в неисправном катализаторе. Хотя это довольно редкое явление. И если это видео было для вас информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.